Вариантов глазури существует невероятное количество. С яйцами, без яиц, с сахаром, с молоком. Предлагаю свой вариант, как приготовить глазури из сахарной пудры. Это просто и вкусно. Глазурь из сахарной пудры готовится легко и быстро, от вас понадобится всего 3 действия, и глазурь будет готова. Но глазурь застывает очень быстро, поэтому не медлите, а сразу намазывайте ее на кондитерские изделия. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. В посуду насыпаете всю сахарную пудру, количество указано в ингредиентах. 2. Добавляете горячую воду и... 3. Размешиваете все силиконовой лопаткой, пока масса не станет гладкой и густой, добавляем какао-порошок, тщательно перемешиваем. Да, напомню, покрывать изделие нужно немедленно, так как застывает очень быстро, готовьте с удовольствием. Ставим лайк и подписываемся. Обещанный список ингредиентов. Сахарная пудра, 225 грамм, вода горячая, 2-3 столовые ложек. Какао-порошок, 1 столовая ложка. Количество порций, 1. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. До свидания, друзья.